Итак, ребят, приветствую. Пока мы с вами ждем просмотра следующего дома, чтобы снять на камеру 360, давайте с вами погуляем по территории, послушаем птичек, а вы сможете пальчиками, крутя вправо-влево своим телефоном или на компьютере, да, мышкой можете крутить и смотреть 360, что же у нас здесь творится. Ну а мы находимся в коттеджном поселке Усадьба. Приехали мы сюда с гостями с Москвы. Они хотят посмотреть, что же дает нам Сочи, что можно купить в Сочи. Ну и здесь у нас, конечно же, мы сейчас поднимемся в один из домиков, посмотрите. Смотрите, да, вот, что значит, у нас приехали москвичи. Сразу фотографируют курочек, сразу смотрят, пытаются покормить. Вот это Москва, понимаете, а это Сочи, у нас все есть. Давайте я покажу вам этих курочек. Я могу сказать, что мне тоже нравится наблюдать за курями, да? Ну и вот, смотрите, да? Вот они у нас. Все здесь есть. И то чувство, что находишься в деревне, ребят, такого нету. И смотрите, какие все благородные, красивые. Не просто так вот. Посмотрите, там вот самый такой вот дерзкий прошелся у нас. Посмотрите, какой красавец. Ну-ка, надеюсь, он меня не будет нападать. Я боюсь их тоже. Вот. Вот, он нервничает. Красивые. В общем, давайте пройдемся. Куда мы идем? Выше? Мы идем выше. Давайте пройдемся повыше, посмотрим с вами еще один коттедж. Коттедж по-настоящему интересный. Его можно купить, его можно снять. Снимем, конечно, с вами в 360 камеру, чтобы вам было удобно рассмотреть те или иные моменты. А мы с вами находимся на территории коттеджного поселка Усадьба. И сейчас, если покрутите, посмотрите, что у нас позади меня остается просто обалденный вид на море. Ну что, поднимаемся с вами выше. И вот тут вот сейчас начнется такая маленькая белая зависть тому человеку, который возьмет и приобретет здесь данное жилье. А ну, мы с вами, смотрите, давайте еще раз пройдем с вами на зону барбекю. Посмотрите, как здесь можно развлекаться, что здесь можно делать. Здесь у нас есть небольшой пруд, да, как у нас в анекдоте, когда у нас утка у курицы спрашивает, а где у вас здесь пруд? А где поймать, там и пруд. Здесь то же самое. Ну и вот, смотрите, представьте себе, стоим, мангал, море, рыбки, пруд. Здесь у нас красивые коттеджи. Ну просто, ребят, ну у меня нет слов. И мы просто берем здесь и спокойно получаем удовольствие от того, что мы с друзьями отмечаем. Сейчас вот мне сейчас приезжает ко мне мой брат Сергей с Алексеем. Мы обязательно любой из этих домов снимем на сутки и просто здесь как следует оторвемся. Ну а теперь, ребят, давайте мы посмотрим с вами дома. Если вдруг этот видеоролик был вам полезен, если вдруг у вас поменялось мнение о Сочи, ставьте лайк. И давайте посмотрим все-таки тот самый дом вашей мечты.